Запах отвратительный, очень отвратительный. Мне прям первые дни было очень сложно на самом деле. Потом я уже привыкла. У многих есть возможность, на самом деле, переехать, но они этого не делают, потому что у них уже тут, может, маленький бизнес уже есть. А детях, ну, мало... Ну, я понимаю, что они все-таки думают о своих детях, хотят переехать, но они этого не делают. И дети просто вынуждены здесь жить. Прикипела к ним. Каждую субботу так. У меня обычно в субботу школа, после уроков сразу. И в воскресенье такая у меня... Ну, несмотря на то, что это мой выходной день, один раз в неделю, все равно хочется приходить. Потому что я понимаю, что дети ждут меня, хотят учиться. Да, за свой счет все. Никто деньги не платит. Было бы классно, но не платит. Ну, мне приятно, то есть от этого я никак как бы не страдаю, что мне там деньги как-то потратила. Мне приятно, когда они улыбаются, кто так делится. Ну, иногда не хватает, как бы я иногда не рассчитала. Вот сегодня не рассчитала, к сожалению. Вот, думаю, меньше приду, но пришли больше. Так мне очень приятно, когда они улыбаются, мне прям в душе так становится. Все проблемы забываешь.